water. Thank you.
Добрый день, мастер. Я сейчас вот на углу Марата и Боровой. Боровая, дом 3, я вижу здесь. Ага. Да, вот. Вот Красный Дракон, ресторан. А, дальше еще. Ага, иду. Да, вот АВ Мед, как вы и сказали, клиника. А визит это слово надо набрать или просто визит называется домофон? Два. Так, и, по-моему, 46, да, вы не сказали, мне записано. А, 49. Все ясно, тогда хорошо, все, сейчас я уже подойду. Хорошо, спасибо, да. Здравствуйте, я не посмотрел. Сто лет здесь не было уже. Да, где-то здесь. Сейчас я. А, я дверь дважды нажал. Третичный. Хорошо, сейчас тогда я буду делать проверку, да, пожалуйста. Хорошо, смотрите, что надо делать. Угу. Вот так вот. Ну, здесь вот выход, да? Да. Наверх, вот да. До угла. Вот так вот. Прям под потолку? Ну да, я смогу в следующем году после Нового года ремонт делать. А, ну хорошо. Просто повод киньте. Хорошо. По углам. Да. А здесь не надо ничего просто подвесной, то никак будет. Хорошо, подскажите. Потом вот сюда. Так, да. Вот сейчас мне пройти можно так? Да, да, да. Смотри, наверное, лучше будет вот над углом сделать дырку. Я отверстие сделаю, да. Вот просто повод туда кинуть на шкаф. Да. С запасом, чтобы я потом да, мог да. Вот так вниз по коробу, по плинтусу и вот сюда подвести. Да, хорошо. А повод просто кинуть поверху. Да. Ничего вот этого делать не надо, просто поверху и хорошо. Телевизор. Сейчас я, тем не менее, сделаю замер сигнала, да. Вот, чтобы точно знать. Так. Да, пощелкайте каналы.
Угу. Так, я вас в туалет могу сходить? Да, конечно. Сколько денежки я прошу? А, сейчас я сосчитаю, вы мне бумажку подготовьте.